Всем привет! Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. Сегодня я хочу рассказать вам о таком недорогом и незаслуженно забытом аптечном средстве, как мазь Бом-Бен-Ге. Думаю, что не все из вас вообще знали про ее существование. Эта копеечная мазь нисколько не уступает по эффективности дорогим аптечным мазям и кремам и замечательно снимает боль в суставах, оказывает местное противовоспалительное и обезболивающее действие. Мазь Бом-Бен-Ге применяется при болезненных ощущениях в суставах, вызванных воспалительными процессами, при ушибах, растяжениях, радикулите, ишиасе, люмбаго и остеохондрозе позвоночника. Как же ее правильно наносить? Участок кожи, который мы будем обрабатывать этой мазью, необходимо тщательно подготовить. Вымоем его теплой водой с мылом, просушим. А вы пока подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе нового видео. За один раз достаточно использовать небольшое количество средства, буквально с горошинку. Наносим мазь тоненьким слоем, только на неповрежденные участки кожи. Препарат нужно очень хорошо втирать массажными движениями. Процедура эта должна проводиться около 5 минут. После нанесения мази обязательно тщательно вымоем руки с мылом. Если вскоре после нанесения мази вам необходимо выйти на улицу, на обработанные участки кожи можно нанести легкую марлевую повязку, но не утеплять, это важно. Длительность курса лечения обычно составляет 2 недели. Как многие знают, нестероидные противовоспалительные мази хорошо лечат, но имеют огромное количество противопоказаний. Для мази Бом-Бен-Ге нет серьезных запретов, кроме индивидуальной непереносимости компонентов, присутствия серьезных ран на коже. Также не рекомендовано применять мазь беременным и кормящим женщинам и детям до 6 лет, а также людям с бронхиальной астмой. Надеюсь, информация про эту копеечную аптечную мазь вам пригодится. Обязательно пишите в комментариях, знали ли вы про это средство и интересна ли вам такая тема вообще. Ставьте свои оценки, подписывайтесь на мой канал Позитив ММ, а также на мой инстаграм Миллион Полезностей. Пока-пока, до новых встреч!